Работаем быстро и жестко. Ганс дал нам 15 минут. Идем. Устроим им новогодний фейерверк. Марш, марш, марш! Это Касим! Касим. Мы можем. Начинай, Мейсон. Эй, стоп. Нет. Я только передал деньги. Я не представляю, где Араш. Вы не понимаете ситуацию. Вы же американцы. У вас правила. Вы взяли заложников. Правила изменились. Нет. Он в Турции. Но у него встреча на аэродроме Трабзона. Завтра ночью. Я не знаю. Честное слово. Все их переговоры шифруются. Это не... Грузи его. Скоро он заговорит. Понадобится помощь. Дай знать. Хадсон, жди подарочек. Он в Трабзоне в Турции. С Касимом покончено. Как скоро у нас будет Араш? Команда прибыла в Турцию пару часов назад. Думаю, они уже на местах. Аэродром перед нами. Ищем этого говнюка. Главное найти Араша, пока не началась стрельба.
Проверь. Есть следы оружия? Это не он. Не. Машина! Слева! Проверь его, Мейсон. Может, Араш в машине? Лица пока не вижу. Какого хрена? Он грохнул всех, кто был в машине. Похоже, это Араш. Не стрелять. Нужно подтверждение. Времени прошло, вы и не знали. Скоро Персей спалится. Надо сообщить Хадсону. Ищем выживших и отправляемся в Лэмпли. Что за хрен этот Персей? Подробные данные о манхэттенском проекте из Лос-Аламос похитил русский агент Персей.
1968 Вьетнам. Вьетконговцы под командованием Персея пытаются выкрасть американскую атомную бомбу с военной базы. 5 дней назад стало известно, что Персей вновь появился на сцене и планирует атаку на нас. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой всему миру. Мистер Хадсон, мы все знаем о Персее. Мы также знаем, что он скорее миф, чем факт. То есть лично я считаю, что Персей просто страшилка. Генерал Хейк, позвольте представить вам того, кто все объяснит. Офицера особого отдела ЦРУ Рассела Адлера. Он один из немногих, кто хотя бы смог приблизиться к Персею. Мистер Адлер, почему мы должны принимать этого Персея всерьез? Вы не должны, сэр. Ха, да, но погибнет много невинных людей. Это еще почему? Сэр, до сих пор каждый шаг Персея менял весь баланс холодной войны. И если 13 лет спустя он в игре, готовится что-то крупное. То, что затронет весь мир. Сэр. Сэр. Господин президент. Господин президент. Господин президент, это Джейсон Хадсон и Рассел. Я их знаю. Кто, по-вашему, одобрял их операции? Угроза реальна? Да, сэр, мы уверены. Сможете убрать Персея? Можно, сэр. Я уже запросил все необходимое. Сэр, его запросы весьма необычны и даже нелегальны, если об этом узнает пресса. Что вы несете вообще? Знаете, кто мы? У нас все задания нелегальные. Сержант Вудс, правдоподобное отрицание – основа нашей работы. Эл, речь о предотвращении угрозы всему человечеству. Дайте Адлеру все, что ему нужно. Господа, у вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. В мире нет высшего долга и большей чести. И хотя о вашей борьбе узнают единицы, уверяю вас, весь свободный мир у вас в долгу. Я знаю, вы не подведете. Это Хадсон. Хадсон, они уже начали? Уже работают. Адлер в Западном Берлине. Скоро будет на конспиративной квартире. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. А его команда? Сильная группа. Он позвал Симса, Азулая. Даже как-то ухитрился вызвать Хелен Парк из МИ-6. Там будут еще и Мейсон с Вудсом. Не уверен насчет Парк. Адлер давно с ней работает. Вот и привлек ее. А новый агент? Белл, не начинай. Разумеется, тут надо смотреть в оба.
Белл. Будь как дома. Пора за работу. Марк? Адлер? Белл? Последние 48 часов. Замечен всплеск советской активности в эфире. ЦРУ и Минобороны запросили информацию по своим каналам, но пока что зацепок насчет Персея нет. У Ми-6 тоже никаких следов. С чего-то надо начать. Так что вернемся сюда. Вьетнам, 68-й год. Тогда мы столкнулись с Персеем. Черт! Я так и думал, что та операция нам еще аукнется. Подними все, что есть по атаке в Дананге и скинь Парк. Она пробьет по базе Ми-6. Нам нужны позывные, шифровки, отчеты о совместных операциях. В общем, любые возможные зацепки. Есть. Тут вступаешь ты, Белл. В свою группу я отбирал лучших агентов ЦРУ. Именно поэтому я снова выбрал тебя. Иди к доске с уликами. Прокрутим события в Дананге. Нужны зацепки, чтобы выйти до Персея. Вот так. За остальным Симсом. Спасибо, агент Азулай. Медикаменты в дальней комнате. Белл, тебе не здоровится? Можешь работать? Не уподобляйся Симпсон. Если выжили во Вьетнаме, то разговор о нем нас не убьет. Скажи это моему мозгоправу. Будь как дома. Мне надо проявить кое-какие старые пленки. Можешь хоть сейчас. Темная комната почти готова. Осталось забрать еще пару посылок. Так, Белл, вернемся во Вьетнам. Там Персей впервые попал нам на глаза. Дело было в январе 68-го. Мы служили в спецгруппе ЦРУ, прикрепленной к 3-му полку морпехов Дананге. Нам поручили следить за советской активностью. Ходили слухи об агентах СССР в регионе. Но данных о присутствии Персея не было. До Дананга. Персей откуда-то узнал об операции «Сломанная челюсть». «Сломанная челюсть»? Да, там все пошло под откос. Мы вышли из лагеря Гаскинс. Ага, эту дыру я помню. Угу, попробуй вспомнить. Любые детали. Лица, имена, что угодно, лишь бы навело нас на след Персея. Все равно, что искать иголку в стоге сена. На поле со стогами. Возможно, но иголка-то есть. Помни, нас ждет дело.